Во время строительства или ремонта случается так, что вам нужно просверлить стену, но возникает опасность повреждения труб или токоведущих проводов. В этом случае вам поможет детектор МТ-6351. Прибор предназначен для поиска скрытой проводки металлических балок и арматуры, металлопластиковых труб и деревянных элементов конструкции в толще стен, для того, чтобы исключить попадание в них сверлящего и прочего инструмента. В использовании этот прибор очень прост. Перед началом работ необходимо перевести переключатель в нужное положение, например, металл. Нажать кнопку «Он», раздастся звуковой сигнал и загорится зеленый светодиод, что значит, что прибор работает. Также моргнет красный светодиод, указывая, что мы ищем. Затем приложить прибор к стене. Место, которым прибор необходимо прикладывать к стене, отмечено стрелкой. После этого, не отпуская кнопку, медленно двигаем детектор по интересующей вас зоне стены. Если металл есть, то прибор подаст световой и непрерывный звуковой сигнал. По такому же принципу можно производить поиск деревянных конструкций и проводов под напряжением. Нужно помнить, существуют типы стен, в которых тестирование невозможно. Это бетонные, металлические, покрытые металлической фольгой или содержащие ее внутри стены. Данный прибор позволит вам избежать порчи инструмента и непредсказуемых последствий повреждения металлических труб и проводов под напряжением.